Турецкий футбольный клуб Бурсаспор объявил о трансфере двух азербайджанских футболистов. Стан команды перешли Намик Алискеров и Уфук Будак. Нападающий Алискеров выступал в составе бакинского «Нефчи». Футболист уже провел первую тренировку в своем новом клубе. Что касается Будака, то он перешел в Бурсаспор из другого турецкого клуба «Алтын Орду». Срок контракта рассчитан на один год.